Да будет свет. Вместо старых световых опор на улице Куйбышева устанавливают новые металлические с декоративными элементами из чугунного литья. Но, пожалуй, самое заметное достоинство – разгрузка пространства. Коммуникации к новым опорам проводят под землей. Тем самым центр города освобождают от проводов. Такая схема используется в Самаре не первый год. К примеру, на улице Красноармейской кабель также проложен под землей. Архитектура, она связывает, получается, естественный вид неба, какую-то такую чистоту. И вот эти постройки, их провода смущали и оттеняли. А так будет лучше. Благоустройство улицы Куйбышева проводит по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно приступить к работам. Подготовка стартовала около недели назад. Сами же мероприятия продлятся до середины августа. За этот период рабочие установят больше 70 новых фонарей на участке от улицы Шостаковича до площади Революции. На установку одной такой опоры уходит порядка 3 часов. Светильники стоят уже здесь энергоэффективные, светодиодные, которые потребляют на порядок меньше электроэнергии, чем те, которые стояли здесь до проведения вот этого ремонта. Современные требования эстетические, нас призывают к тому, чтобы вся проводка была спрятана в землю. Жители Самары Светлана Максимова с сыном Даниилом любят прогуляться по исторической части города. Рассказывают, здесь атмосфера особенная, уже успели заметить преображение. Очень вписывается классно, причем они имеют такой дух, да, какой-то модерный, что ли. Поэтому мне очень нравится. Это очень здорово, это очень эстетически классно, потому что на самом деле вот эти все провода, напоминающие Азию, это не есть красиво. Помимо проводки МП «Самара-Горсвет» на участке еще много кабелей сторонних организаций. Проходят теплотрассы, их нельзя повредить. Даже траншею рабочим приходится подготавливать вручную. После установки фонарей улица Куйбышева продолжит преображаться. На тротуарах установят 61 контейнер с крупными туями высотой в 3 метра, а также 18 газонов с цветами и 41 кашпо со свисающими растениями. Также в планах высадка новых каштанов взамен старых аварийных деревьев. В этом же сезоне на улице Куйбышева будет произведен ремонт большими картами покрытия проезжей части. Ее охватят работами на всю ширину в границах улиц Венцика и Некрасовская. Необходимые работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Николай Сидоров. События.